24 марта 2024 год. Завтра полнолуние у нас, но уже сейчас луна выглядит великолепно. Аристарх. Луна только встает над горизонтом. Кратер Аристарх, 60-миллионнолетний. Немножко есть у нас дымка, но и немножко ветер, но мы не жалуемся, потому как давно уже не было даже такой погоды. Кратер Платон. Насколько я помню, 90 километров в диаметре. О, ну ветер, ветер, ребятки, что-то ничего не сделал. А вот он, кратер Тихо. Датский астроном. По имени датского астронома, вернее, так правильно будет сказать. Вот рядом с ним где-то был один из немногих редких овальных кратеров. Обычно все кратеры из-за того, что скорость столкновения с объектом метеорита, астероида невероятно большая, любое столкновение получается атомный взрыв фактически. Любая воронка, под каким бы углом астероид ни входил, становится круглой. Но где-то рядом с кратером Тихо есть овальный кратер, где рикошетом чуть-чуть все-таки зацепил. Сейчас так не вижу его. Наверное, на той части. Еще попробовать, может, снять Юпитер. Облачность присутствует, особенно вот на западе, куда я сейчас направил свой Nikon Coolpix 5000. Но опять же, это лучшее, что мы можем нашу осеннюю погоду здесь, на Запорожье, предложить. Ну, экваториальную полосу разглядеть можно, ребята. Я не знаю, я вижу. Вы видите, я вам даже и спутники вижу Галилеева рядышком. Ветер нам чуть-чуть мешает. Ну, а когда он помогал? Мы же не мореходы. Ну, вот так чуть-чуть. 24 марта 2024 год. Запорожская область. Полнолуние завтра, может, и завтра поснимаем.